Сейчас часы читать стану. Сейчас, сейчас. Значит, пиши. Поздравим рабов Божьих Андрея и Дани Сычадых. Дмитрия, опять Андрея, Антипа, Марьи. Ну, постой, не шибко, успеешь, не за зайцем скачешь. Марья, ты записал? Марья. Марья. Значит, это дальше будешь на здравии, там, Кирилла, Гордея. Ну, представлено Владимира Герасима. Герасима. Пантелея. Пантелея. Записал, собственно, Пантелея-то? Постой. Так Пантелеймоне? Пантелеймоне. Как же ты умеешь поздравиться? Ты говори толком. Ну, кого еще за упокой? За упокой? Ой. Ну, скорее. Ну, пиши, пиши. За упокой. Значит, за упокой. За упокой Божьих Ивана. Авдотьи. Дарьи. Егора. Егора. Ну, и воина Захария, слушай. Как пошел на службу в 4-м годе, так сколько они не сдыхали ничего. Так и стал быть, он помер. Да кто ж его знает. Может, и жив, а может, и помер. Да ты пиши. Пиши. Запутался всем. Как же? Если помер, то за упокой. А если жив, то раздрали. Ты, о, Господи. Ты говори толком. Ну, кого еще? А, ты знаешь, а ты на опции обесточки ему пиши. Ему и все равно, куда ему не затекой, не будет. Ой. Значит, так и дальше. Злобокой, значит, Ивана. Ивана. Далее. Ну и пусть. Болящий на Федосию за упокой. Меня? За упокой? Ну ты ж ошалел, что ли? Кучерник, ты запутала меня совсем. Вот теперь надо болящий Федосию отсюда херить и о здравии писать. Ну, всю бумагу издать. Ну, я тебе прочту. Слушай, о здравии. Андрея, Дарьи, Паки Митрия, Андрея, Андрея Митрия, Марии, Кирилла, Гордея, Герасима, ну, представлено. Как же, ну, представлено, сюда встрял. Ой. Ну, слушай еще. Марии, Кирилла, Гордея, ну, кого еще поздравим? Авдотью? Авдотья, Евдокия. Так я чего не разберу? Грудь была. Авдотья, по упокоению записано. Авдотья, за упокоение? Да вот, нет, но девка, да, может, пошла, ты на меня смерть уже на жизнь помнишь? А на меня злобишься? Смотри, так пиши. Тихо ты. Пиши, это злобный. Тихо ты, постой! Теперь, вот теперь Авдотью отсюда домой отсюда и писать о здравии. Ты ничего не разберу, где тут о здравии, о покоении. Всю бумагу испортил. Ну, слушай, я из всех гуртов запишу.
Надо записочку. А ты неси к отцу дьякона. Он в семинаре обучался. А я ничего в этом не понимаю. Кто не живой, а кто мертвый. Сергей, это долго, надо... Можно, да? Конечно. Что? Конечно, можно, можно, давно надо. Что? Ну, можно? А вы чего ждете-то? Музыка играет, выходите. Сергей, подождите, я не понял, чего вы сейчас ждете? Когда вы надо выходить? Как переоделись, так и выходите, по вам будет музыка работать. Угу. Сразу выходите уже в новом образе. С мученической... физиономии. Все понятно. Ну давайте, давайте, еще. Не надо, не надо. Никого не ждете. Медленнее, медленнее, тяжелее вещи. Противнее, ничего не охота работать. Дальше кого? Да выйдите! Что вам угодно? Да дайте это, остановиться. Оцените ее. Что за кикимора пришла? Мой муж, коллежка асессор Щукин, проболел 5 месяцев. Чуть-чуть погромче, Лена, здесь уже не слышно. И пока он, изволите ли, болел и лежал дома и лечился, ему отставку дали. Прихожу я, значит, за деньгами туда. А они вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. Я спрашиваю, за что это такое? Они говорят, что он, мол, из товарищеской кассы брал, и что другие чиновники за него ручались. Этого не может быть. Ваше высокоблагородие, чтобы мой муж без моего-то ведома что-то взял, этого не может быть. Ой, а я-то женщина слабая, беззащитная. От всех ведь обиду терплю. И ни от кого ведь доброго слова-то не слышу. Помогите, ваше высокоблагородие, помогите. Помогите, помогите. Позвольте. Я ничего не понимаю. Как же это? Вы, сударыня, очевидно, не туда попали. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж. Батюшка,
Я уже в пяти ведомствах была. Уже с ног сбилась и чуть ума не решилась. Да, дай бог здоровья зятю Борису Матвеевичу. Посоветовал к вам сходить. Вы, говорит, сходите, мамаша, к господину Кистунову. Он, говорит, влиятельный человек и для вас все может сделать. Помогите вашему превосходительству. Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать. Ну, насколько могу судить, ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству. А у нас учреждение частное, коммерческое. У нас банк. Как не понять этого? Да понимаю, понимаю. Ваше высокоблагородие. А то, что муж болен был, так у меня же вот и справочка есть. Вот, медицинское свидетельство, пожалуйста. Прекрасно. Я верю вам, но повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда следует вам обращаться? Да он у меня ничего не знает, ваше высокоблагородие. Зарядил одно, пошла вон и все тут. А на чьей же шее-то они все сидят? На моей ведь шее-то. Всех кормлю. Сударыня, я говорю вам, это банк, частное предприятие. Ну, понимаете вы? Да, конечно, понимаю, ваше высокоблагородие. Да прикажите выдать мне хоть 15 рублей. Я согласна ведь на все сразу. Можно и частями. Вам не втолкуешь. Я говорю вам, обращаться по водному поводу, это так же странно, как подавать прошение насчет развода в пробирную палатку или в аптеку. Вам не заплатили, а мы тут при чем? Ваше высокоблагородие! Я женщина беззащитная. Будьте отцом, родные, пожалейте меня сразу. Я женщина бедная, замучилась до смерти. И за мужа ходи, и по хозяйству бегай, а тут еще гони. И взять без места. Нет. Всю ночь, всю день не спала. Вот что. Нет. Я говорю, не могу вам. Вы напрасно время зря теряете. Я женщина беззащитная. На вид я, может быть, и крепкая. А ведь ни одной вещички не осталось живой. Я без сил решилась. Кофе сегодня без всякого удовольствия пила. Нет, я не могу. У нас частный банк. Частный банк. Ваше высокоблагородие. Мой муж ведь коллежский концессор. А я майорская дочь. Ваше высокоблагородие, помогите. Помогите. О, Господи. Ваше высокоблагородие. Хорошо. Я помогу вам. Посмотрю. После. Уходите. Да как же, ваше высокоблагородие, мне деньги-то нынче надобны. А сколько вам требуется? 24 рубля 36 копеек. Господи. 25 рублей. А 36 копеечек-то? 25 рублей. Ваше высокоблагородие, а нельзя ли моему мужу опять на службу поступить, а? Я уеду. Болен я. У меня страшное сердцебиение. Мне нужно срочно принять лавровичную капли. Павел, ну это надо только на паузу или как? Как только готовы, начинайте, Сергей. А вот здесь вот появится русский болтан. Зачем пока? Нам не накроет на стол. Можно, да? Да, все, работает.
здесь, пожалуйста, там не снимайте, а? Такой стулья переставляйте. Ну, понятно, да. Готовы, так и стучите. Все звучит, звучит, когда стук появится. Переставляйте еще. Ленин, стул поставьте как надо. Милости просим. Стул подставьте ей. Ну, не так сделано, за столом же сидим, Сергей. За столом, Сергей. Господь с вами, вы что так волнуетесь? Вот вы должны вот туда поставить стул и подставить, чтобы она села и потом сесть сюда. Вы человек образованный, весьма приятно познакомиться. Ребят, вы к зрителям спиной оказываетесь. Вам нужно чуть-чуть больше разворачиваться, чтобы... Видно. Кинооператор, пожалуйста. Да, да. Семен Иванович, сейчас вы мне мешаете. Прошу прощения. Сергей, Сергей, отойдите. Посмотрите, как вы сидите. Вы хозяин. Вот она пришла. Отлично. Так. Вот так сделаем. Конечно, так надо. Вот и общайтесь. Все, все хорошо. Сядьте на полную попу. Все нормально. Девушка красивая пришла, не обманули. Давайте. Ой. Весьма приятно познакомиться. Семен Иванович рекомендовал мне вас с той точки, что можете помочь в одном щекотливом деле, касающемся счастья моей жизни. Мне Любовь Григорьевна уже 52 года. Такой период времени, когда многие уже имеют взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояние, хотя и не имею большого, но могу прокормить около себя любимое существо и детей. Скажу вам между нами, что кроме жалоб, я имею еще деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни. Но только нет у меня одного, своего домашнего очага и подруги жизни. Так что могу многим себя в пример поставить. Кроме того, Любовь Григорьевна, женатый человек всегда имеет вес в обществе, чем холостой. Я образованного класса и при деньгах. А ежели взглянуть на меня, то кто я? Бобыль. Вот все равно какой-нибудь ксенс. А потому я весьма желал бы сочетаться узами игуменея, то есть вступить в законный брак, с какой-нибудь весьма достойной особой. Ну, это можно. Ой. В этом городе я никого не знаю. Одинок я. Но Семен Иванович посоветовал обратиться мне к такой особе, которая специалистка по этой части и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. А потому я, Любовь Григорьевна, убедительнейше вас прошу устроить мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе всех невест знаете. И вам легко будет меня приспособить. Это можно. О,
Кушайте. Покорнейше прошу, кушайте. А какой вам угодно-то, Николай Николаевич? Нет-ос. Невесту-то. Вам. Ну, это как от судьбы. От судьбы. Ну, это-то дело, конечно, от судьбы. Да только у каждого свой вкус. Кто-то любит блондинок, а кто-то брюнеток. Любовь Григорьевна, я человек положительный, с характером. И для меня красота имеет второстепенную роль. Потому как, сами знаете, с лица воды не пить. И с красивой женой весьма много хлопот. Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находится изнутри. Вот так, чтобы была душа и все ее свойства. Вот, кушайте, покорнейше прошу, кушайте. Приятно, ежели она будет из себя полненькая. Но с обоюдной фортуной это не суть важно. Приятно. Конечно, хорошо, если она будет по-французски и по-немецки, там, на разные голоса, тоже очень приятно. Но что из того, ежели она, положим, тебе пуговки не может пришить? Но я человек образованный и с характером. И с князем Канительным все равно, как с вами теперь. Ну, у меня характер простой. И девушка мне нужна попроще. Главное, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливил. Известное дело. Ну-с, теперь насчет существительного. Богатую мне не нужно. Я не позволю себе такой подлости, чтобы на деньгах жениться. Конечно, хорошо. Ну, я человек хоть и со средствами, но для меня, я жизнь не ради интереса, а по любви. И сейчас все сдорожало, и будут дети. Ну, так можно и с приданным сыскать. Только за приданное это уже отдельный расчет. Кушайте. Покорнейше прошу, кушайте. Ну, а по холостяцкой части, Николай Николаевич, по холостяцкой части вам не требуется? А то ведь у меня хороший есть товар. Одна из французинок, а вторая из гречанок. Очень стоящий, Николай Николаевич. Очень. Нет. Благодарствуйте. Видите ли, Любовь Григорьевна, видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте вас спросить, а сколько вы возьмете за хлопоты насчет невесты? Ну, мне, в общем-то, много не надо. Дадите четвертной, как водится, материи на платье. Ну, и на том спасибо. О, это дорого? Да как же это дорого-то, Николай Николаевич? Вовсе не дорого. Раньше-то, когда свадьбы было много, и поменьше брали. А нынче-то с короной ты месяц две свадьбы проведешь, и то, слава богу, ведь не на свадьбах наживаем. Да разве две четвертных, а то мало-с. Да стало быть, мало-с. Раньше-то бывало, вон, и до 100 рублей добывали. Случалось. Я никак не могу разуметь, как можно такими делами столько зарабатывать. 50 рублей. Это ж не каждый мужчина столько получит. Кушайте. Кушайте, Любовь Григорьевна, кушайте. Ой,
Ничего страшного. 50 рублей. Это ж... Это 600 рублей в год. Это... Не каждый мужчина столько получит. Да. Да, Любовь Григорьевна, да с вашими дивидендами-то вы легко и себе партию можете составить. Ну, я-то... Ой, я старая уже, Николай Николаевич. Да нисколько. И комплекция у вас этакая. И лицо у вас полное, белое и прочее. Любовь Григорьевна, ежели вам муж попадется солидный, степенный, положительный, ой, да с его жалованием, да с вашим заработком, вы легко можете понравиться друг другу и заживете с ним. Ой, душа в душу. Ой. Ну, а вы? Вы сколько зарабатываете? Это-с? Вы? 75 рублей. Это не считая наградных. Но кроме этого, мы имеем доход со стериновых свечей и зайцев. Зайцев? О, вы что, охотой занимаетесь? Охоты? Не, у нас... Зайцами безбилетные пассажиры называются. Я человек пожилой, и мне молодой никак нельзя. Мне вы пришли по душе, вроде в виде вашей комплекции, такая солидная и степенная. Что же лучше? Я человек положительный и трезвый, и... Вы мне подходящие, и для меня вы в ваших качествах. И что ж тут долго думать? Позвольте вам сделать предложение. Обхаживайте, лицо-то у вас круглое, и вы белое, то-то-то-то-то-то-то. Да с вашим заработком вы можете себе партию. И, конечно, предложение надо вот здесь, чтобы на первый план. Вы же здесь делали. Позвольте сделать вам предложение, чтобы видно было, что вы непонятном оказались непонятной ситуации, и это не поняли. И чего я ее что, обругал или что? Почему она уходит и молчит-то? Нелепость должна быть немножко, понимаете? И чего вы себя контролируете? Все у вас хорошо. Вот здесь, в предыдущем отрывке, у вас пошли вот так вот руки? Или здесь ли? И вы вдруг раз их бросили. Ну, пошла так рука, и почешите себя. Вы же, это же вы сам по себе. Что, почему вы останавливаетесь? Вот у вас вот это было придумано вот этим, о господи, как она мне достала. Вы ее бумагами обмахивались, сейчас перестали. Почему вы себе не доверяете-то? Это рождается у нас, когда правильное проживание идет. У нас рождается. Мы ж не думаем, как мы встаем, как мы идем в жизни. Так ведь, как голову почесали. Не стесняйтесь этого. Это, ну, вот крупным планом жалко это все сняли. Надо было, конечно, графин, а то дюшес будет. Но это уже все. Что вы мешаете? Все, сядьте все. Сюда. Что вам мешает? Что не так? Что, чего вы считаете, что не так? Я не такой какой-то. Шикарный герой, по-моему, в фильме. Не какой, какой-то, что в смысле? Ну, лишнего выпили с утра? С утра выпил, весь день свободен. Классно все.
Все хорошо. Ну-ка, правда, все хорошо. У вас разные. Вот с этой теткой вы имеете право и вот так встать. Ну, сесть. Ой, достало. Ну, сколько раз вам повторять? Вы... Ну, как это не понять? Здрасте, Яков. И в финале. Давайте его в финал сделайте так. Вы сейчас сделаете... О, я заболел. Я... Это, мне надо принять... Все, мне надо уезжать. Я за... Повойте немножко. Ну-ка, попробуйте сейчас. Что там, какая реплика, значит? Я а можно моему зятю еще на работу, а? К вам поступить. Схватитесь за голову. Ой, завойте. Я уеду. Болен. Двумя руками, видите? Я уеду. А, я уеду. Да. Я болен. Болен. Встал. Мне надо принять. У меня страшное сердцебиение. Мне нужно срочно принять лавровишневые капли. И пошел, пошел. Или медленно, или бегом? Ну, не бегом, а торопливо. Мне нужно срочно, смотри, мне нужно срочно принять лавровишневые капли. Чтобы музыка наехала на это. Здравствуйте. А? Что, генерала указ изготовили? Да? Ну, так это ж радует. Что, наверное, закрыть? Да, да? Нет, у нас так не принято. Хорошо. А зачем закрывать? Хорошо. Ой. Не хотите поужинать? Что с ним делать? Валерий Николаевич. Валерий Николаевич, хотите чуть-чуть поужинать? Как-то опрятно. Кого прикрыть? Вот эти шторы. Да, немножко. Да. Ну, не знаю, меня оно не раздражало. Так, давайте, готовьте. Я еще ботинки. Чтобы он помогал. Вот так вот. Я разу. Где? У нас соседи вот так играют все время. А там дверь можно? Воды, конечно. Попросите потише. Нет, ну ей музыка-то нужна, у нас там просто дверь. Всего играть перед родными и близкими. Вот такое у артиста в голове внутри происходит, что для постороннего легче играть зрителя, чем для родных и близких. Но мы немножко другие. Эта работа удивительно, так сказать, создавалась и по Zoom, там или по Skype, где мы там встречались. Вот. Жалко, что у нас еще один рассказ есть студент, но Павел у нас прикварнул. Но он, правда, студент сюда не вписывается. Это три рассказа Чехова, которые относятся, когда он был в период Чеханте. Вот. А студент – это более глубокая, более серьезная вещь. У нас не вписывается, может быть, хорошо, что так.
Значит, не знаю еще, что сказать. Мне с Леной и Сергеем было легко работать. Они очень волнуются. Поддержите. Если вам захочется улыбнуться, улыбнитесь. Захочется хохотать, не скромничайте, хохочите. Потому что это такой закон. Если маленький, мало количество зрителей, то как-то люди стесняются проявлять свои эмоции. А когда зал там, например, 500 мест, один всегда найдется, который и весь зал за ним вместе. Это зрителю приятно, исполнителю очень приятно, у него внутри вырастает, так сказать. Ух, получилось. Ну вот и все. Давайте, с Богом! Кого? Скорее, Бога, думай. А то мне некогда. Сейчас часы читать стану. Сейчас, батюшка, сейчас. Значит, пиши. Оздрави рабов Божьих Андрея и Дарьи Сучады. Дмитрия. Опять Андрея. Антипа, Марии. Постой, не шибко. Успеешь. Не за этим скачешь. Марию ты записал? Записал. Ну, теперь, значит, Кирилла, Гордея. Того представленного младенца Герасима, Пантелея. Записал Шопсова Пантелея-то? Помер? Помер. Как же ты его увидишь? О здравии писать. О здравии. Ты говори толком, не путай. Ну, Пантелея. Кого еще за упокой? Ой, за упокой. Ну, ой, сейчас, батюшка, сейчас, ой, за упокой, за упокой. Ну? За упокой. О, пиши, значит, пиши. За упокой рабов Божьих. Ивана. Ивана. Авдотьи. Авдотьи. Ивана. Егора запиши. Ну и воины Захария. Как пошел на службу в 4-м годе, так с той поры не слыхать о нем ничего. Так, стал бы, он помер? Да кто ж его знает-то? Может, и жив, а может, и помер. Да ты пиши. Да как же ты увидишь? А упокоение писали? Если, скажем, помер, то упокоение. А если жив, то о здравии. Пойми вот вашего брата. Ой. А ты, батюшка, его на опыт запишешь, ты не пиши. Ему ведь все равно. Куда его не записывай. Ой, не путящий. Человек, ой, пропащий. Значит, такие. А дальше за упокой. Марка. Ливонтия. Значит, Ливонтия. Арину. Кузьму с Анной запиши. Ой. Болящую Федосию. Федосию. Болящую Федосию за упокой. Тьфу! Меня-то за упокой. Ошалел, что ли? Ой, 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 ой. Кочерышка меня запутал совсем. Не померла, ты говоришь, что не померла. А нечем за упокой лезть. Вот, всю бумагу изгадил. А теперь вот болящую Федосию от себя дохерить и о здравии писать. Федосии. О здравии. Ну, прослушай, я тебе прочту. О здравии Андрея, Дарьи, Дмитрия, Андрея, паки Антипе, паки Андрея, Марии, Герасима. Ну представлено. Как? Ну представлено. О здравии стрел. Ну, слушай еще.
Кирилла, Гордея. Ну, кого еще? О здравии. Авдотью. Авдотью списал? Авдотью? Авдотью, Евдокия. Что ты ее принес? Ничего не разберу. Авдотья. Авдотья. А у поколения не записано. Авдотья. Заупокой. Да ты что? Ошалел, что ли? Да году нет, так девка замуж вышла, а ты на нее уже смертно требуешь. А? Что? Сам сердечный путаешь, а на меня зловишься. С молитвой пиши. Тихо ты. С молитвой пиши, а будешь сердце злобой иметь. Бесу радость. Тихо, тихо ты. Работе-то путает. Ой. Ну, вот. Авдотья стала быть домой отсюда и записали о здравии. Ну, ой, запутало меня совсем. И вот Захарья сюда встрял тоже. О, Господи. Да выкинь ты этого Захарью. Выкинь, совсем выкинь. Ага. Всю бумагу изгадил. Ух. Ну, слушай, я из всех гуртов запишу. На одной бумажке. А ты неси их отцу дьякону. Он в семинаре обучался. А я ничего там не понимаю. Кто здесь живой, кто мертвый. Ничего не разберу. Как это гуртом-то? Батюшка, да как же гуртом-то? Как же гуртом-то, а? Да, войдите! Что вам угодно? Мой муж, коллежский асессор Щукин, проболел как лист. И извольте ли видеть, пока он болел, ему отставку дали. За что, спрашиваю? Да. А вот непонятно. А еще вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что такое, спрашиваю? А они говорят, из товарищей касс собрал, и что, мол, другие чиновники за него ручались. А я говорю, этого не может быть, ваша собственность. Мой муж, чтобы без моего ведома, да взял деньги, никогда. Ваша собственность. А я ведь женщина, верно?
защитник. От всех обиду и терплю. Ни от кого доброго слова не слышу. Помогите. Вот, вашу зубку горит. Помогите. Вот. Вот, пожалуйста. Позвольте. Я ничего не пойму. Как же так? Вы, сударыня, очевидно, не туда попали. Ваша просьба по существу к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж. Не, батюшка, да я уже в 5 ведомствах была. Меня нигде даже прошения не взяли. Я уже и с ног сбилась, уже и у мальчика не решилась. Да слава Богу, зятю моему. Борису Матвеевичу спасибо. Знаете, он мне посоветовал к вам обратиться. Вы, говорит, сходите, мамаша, к господину Кистунову. Он влиятельный человек и для вас все может сделать. Помогите, ваше высокоблагородие, помогите. Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать. Насколько я могу судить, ваш муж служил в военно-медицинском ведомстве, а у нас учреждение частное, коммерческое. Ну, как не понять этого? Так, батюшка, так. А что мой муж-то болен был? У меня ведь и медицинское свидетельство есть. Вот, пожалуйте. Прекрасно. Я верю вам, но повторяю, это к нам не относится. Ну, как не понять этого? Ну, знаете, у меня муж ничего не знает. Он вообще не знает, куда ему идти. Говорит, пошла вон, и все тут, говорит, пошла вон. Ваше происходительство, на моей же шее, да, они все сидят, на моей. Сударыня, я говорю вам, у нас учреждение частное, коммерческое, понимаете? Да понимаю, ваше высокоблагородие. Ну, прикажите выдать мне хоть 15 рублей. Я согласна, ведь и не на все сразу. Ой, уж, вам не втолкуешь. Ну, позвольте, ну, обращаться по подобному поводу так же странно, как подавать прошение о разводе, ну, в пробирную палатку или в аптеку. Ну, позвольте, ну, мы-то тут при чем? Вам не доплатили, а мы тут при чем? Ваше высокоблагородие. Я женщина беззащитная, я слабая, ой, замучилась до смерти. И жильцами сидит, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегаю, я тут еще горею, и зяне без места, ой, всю ночь не спала, спала, плачу, погибли меня, нет. Я не могу. Ваше высокоблагородие. У меня даже сердце забилось. Я беззащитная. Я женщина слабая. Замучилась, господи. Наверное, я, может быть, и крепкая. А ведь вам меня нужна, Леночка, не осталась. Дочка, ой, не осталась. Аппетита ведь решилась, а. Кофе сегодня без всякого удовольствия пила. Нет, я не могу. У нас частный бал. Ваше высокоблагородие, мой муж не коллежское сердце. А я сама ведь майорская дочь. Ваше высокоблагородие, будьте осторожны. Хорошо. Я приму меры. После. Ваше высокоблагородие, а когда же? Мне ведь деньги-то нынче надо было. Сударыня, я говорю вам, что вы зря время теряете. И вы нам мешаете. Ваше высокоблагородие, будьте отцом родным, пожалейте меня, сироту. Заставьте вечно Бога молиться. Прикажите выдать мне деньги. А сколько вам требуется? 24 рубля 36 копеек. Двадцать пять рублей.
А 36 копеечек? 25 рублей. Ваше высокоблагородие, а нельзя ли моему мужу опять на службу поступить, а? Я не могу. Болен я. У меня страшное сердцебиение. Мне нужно срочно принять лавровичные капли. Весьма приятно познакомиться. Семен Иванович рекомендовал мне вас с той точки, что вы можете помочь в одном щекотливом деле, касающемся счастья моей жизни. Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года. Такой период времени, когда многие уже имеют взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояние, хотя и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей. Скажу вам между нами, что кроме жалования, я имею еще деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни. Я человек положительный и трезвый, и жизнь иду основательную и сообразную. Так что могу многим себе в пример поставить. Но нет у меня только вот одного. Своего домашнего очага и подруги жизни. И веду я свою жизнь, как кочующий венгерец, с места на место, без всякого удовольствия и не с кем мне посоветоваться. А когда болен, то некому и воды подать. Кроме того, Любовь Григорьевна, женатый человек, всегда имеет весу в обществе, чем какой холостой. Я человек образованного класса, при деньгах. И если взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бобы. Все равно какой-нибудь пьянец. А потому, Любовь Григорьевна,
Я весьма желал бы сочетаться узами игуменея, то есть вступить в законный брак, с какой-нибудь весьма достойной особой. Хорошее дело. Хорошее. Человек я одинокий в здешнем городе. И никого не знаю. Куда пойду, кому обращусь? И же все люди мне в неизвестности. Вот почему Семен Иванович и обратился, и посоветовал обратиться к тому, которая специалист по этой части. И в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. Я, Любовь Григорьевна, убедительнейше вас прошу, устройте мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе всех невест знаете, и вам легко будет меня приспособить. Это можно. О, кушайте! Покорнейше прошу, кушайте. А какой вам, Николай Николаевич, невестка? Мне-то? Ну, это как судьба пошлет. Судьба. Ну, это дело, конечно, от судьбы. Но только ведь у каждого свой вкус. Кто-то любит блондинок, а кто-то брюнет. Я человек положительный. И для меня красота, вообще видимость имеет второстепенную роль. Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находится изнутри. Но там, чтобы была душа, все ее свойства. Кушайте, покорнейше прошу. Приятно, ежели она будет из себя полненькая. Но с обоюдой фортуны это не суть важно. Главное, чтобы был ум. Собственно говоря, женщине и ума не нужно, потому что от ума она будет иметь большие понятия и делать разные идеалы. Главнее всего, чтобы она меня почитала. Но я человек образованного класса. И с князем Калитериным все равно, как с вами теперь. Но я имею простой характер. И девушка мне нужна попроще. Главное, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливил. Известное дело. Ну, теперь насчет существительного. Богатую мне не нужно. Я не позволю себе такой подлости, чтобы на деньгах жениться. Я желаю, чтобы не я жених хлеб ел, а чтобы она мой. И чтоб она чувствовала, что я ее осчастливил. И хотя я человек со средствами, и женюсь я по любви, мне никак нельзя взять бедную. Потому как, сами знаете, сейчас все вздорожало, и будут дети. Ну так можно ведь и с приданным сыскать, но только за приданное это уже отдельный расчет. Кушайте, кушайте, покорнейше прошу. Есть товар. Одна из французинок, а вторая из гречанок. Очень стоящие, Николай Николаевич, очень. Нет. Благодарствуйте. А видя с вашей стороны такое благорасположение, Любовь Григорьевна, позвольте вас спросить, а сколько вы возьмете за хлопоты насчет невесты? Много не надо.
материи на платье. Ну, на том спасибо. Это дорого. Да как же это дорого, Николай Николаевич? Вовсе не дорого. Раньше, когда свадеб было много, то подешевле брали, а нынче-то с коронный-то месяц. Две свадьбы проведешь, и то ладно. Так мы не на свадьбах наживаем. Да разве две четвертых, это малос? Стало быть, малос. Раньше-то по сотне добывали. Вот. Фух. Я никак не могу взять в рассуждение, как так этим заработком можно столько зарабатывать. 50 рублей. Это не каждый мужчина столько получит. Кушайте, покорнейше прошу, кушайте. 50 рублей. Это 600 рублей в год. Да, Любовь Григорьевна, да с вашими дивидендами-то вы себе партию легко можете составить. Да я старая уже, что вы, Николай Николаевич. Да не что вы, да нисколько. И комплекция у вас этакая, лицо полное, белое и прочее, прочее. Что вы говорите такое? Да что, да, Любовь Григорьевна, ну... Если вам да, муж подвернется вот такой солидный, степенный, бережливый, да с вашим заработком-то, да и с его жалованием, вы легко заживете друг с другом и проживете с ним душа в душу. Рублей. Это не считая наградных и зайцев. Вы охотой занимаетесь? Зайцев. Да нет. Зайцев у нас безбилетные пассажиры называются. Я человек пожилой. И молодую мне никак... Мне не нужно молодую. Ежели... Любовь Григорьевна, я вам понравилась, то, а вы мне весьма понравились. Такая солидная, степенная. И, да что ж тут долго думать. Вы мне по сердцу, и вы мне подходящие ваши качества. И если я вам приглянулся, позвольте сделать вам предложение. Замечательно. Ну, если хотите, чтобы сейчас...
Вот, сейчас планируется у нас просто кратенькое обсуждение в кругу, да, и немножко из актерского мастерства я хотела дать парочку упражнений. Кто хочет к нам присоединиться и просто так любопытствует или как на предмет, может быть, в дальнейшем поучаствовать в студии, вот приглашаю. Так что за кулисье? Это вот это тут все свои? Не, ну можно здесь, да. Но просто надо уже сесть в кружочек, а там собрать сейчас декорации, да, и к нам присоединиться. Можно тогда прямо здесь? Яков, можно на минутку? Какое вот первое ощущение от спектакля? Здорово. Все-таки это как-то не полноценный спектакль, а все равно. Здорово. Это все-таки не полноценный спектакль, а все равно очень интересно, весело и как-то так все очень слаженно получилось. Образы разные во всех спектаклях. Одни и те же актеры, а образы разные получились. Так что спасибо. В одном не было иерархии. Я вас поздравляю. Да, спасибо. Мы ждали какую-то новую работу. Очень классный. Да. Еще с двумя-тремя артистами 2-3 рассказа и будет полноценный спектакль. Только, видимо, надо брать именно Чиханте. Да. Да, да. Это идет. Моменты переодевания. Может быть, какой-то. Шляпа мешает. Но они смотрят... Лена, ну вот, простите, Мара, но вот эта вот шляпа, хоть она и вам мешает, и в то же время для меня очень интересно. Вы когда пьете, ее еще поддерживаете, знаете, что она может упасть. Это очень интересно. Это от Миссиса, шляпа не находится. Шляпа шикарна. Причем это надо закрепить, отработать. Прежде чем выпить, чокнулись, раз. Отлично. Это очень... последний образ просто. Коллег, конечно. Просто. И как вот мастерство перевоплощений. Сережа, вот приходите немножко переодевание. Мне кажется, надо какие-то буквы поменять. И вообще вот современная такая штука на молнии не очень. Ну, конечно. Здесь надо стопиджачки. Так, господа художники, ну, пожалуйста. Ну, полный гардероб. Сережа, ты дебютировал переодевание? Вот оно и... Как-то на репетициях было быстрее переодевание у нас. Понятно. Сегодня, потому что новые. Что? Конечно, надежды. Да? Ботинки вот. Это надо очень сильно репетировать долго. Я когда много... Яков может поделиться опытом. Он заменял актера, и получилось, что он в каждом человеке... Да, это я помню. Один мальчик у нас болит пьяно. Было дело. Чтобы это было очень быстро. Правильно, в армии тоже подъем от боя репетируют. 45 секунд. Особенно подрез трудно снять через голову. Да, такой подрез. Узкий подрез. Нет, ну Сергей вам вот так распашу, распаху. Ну это да, попробуй. Так, поздравляю! Ура! Дальше работаем. Спасибо. Спасибо. Давайте тогда по кружочку можно представляться и сказать пару слов выступающим. Если хотите что-то. Что понравилось или что-то вот как замечание. Ну, лучше хорошее, конечно.
первую очередь. Руку поднимайте. Я немножко подъем. Давайте попробуем. Меня 15. Да нет. Виктор зовут, я у вас впервые. Мне понравилось в целом. Действительно, перевоплощение, оно, ну, как мне показалось, оно очень органично произошло. То есть смена образов и, соответственно, смена мышления, как бы, это однозначно происходит. Ну и понятно, что это все репетировалось и, как бы, наверное, долго репетировалось, потому что если как бы сходу, то это вообще просто тогда здорово, великолепно. Вот. Как положительно надо говорить, да? Вот. Ну, если, ну, в целом мне понравилось, да. Очень здорово, хорошо. После операции у нас полугодовая реабилитация, поэтому надолго не могу ее оставлять, простите. Вот. Благодарим режиссера. Спасибо большое, Еленочке. Здравствуйте, меня зовут Илья. В общем, спектакль понравился. Единственный момент во второй части, ну, посильнее акцент сделать на то, в какой конторе работал этот муж и в какую контору она пришла, потому что в самом начале немножко, может, пропускаешь этот момент. Она слишком быстро проскакивает. Это не она, это ты, наверное, пробовал. Очень это хорошо контраст этот как-то обосновать. Я потом скажу. Там в тексте это есть у Чехова, вот он должен говорить. Он потом сказал, что он сказал, да, что банк, что учреждение коммерческое. Я потом скажу, да. Но лучше просто вот еще вернуться потом, где муж работает, может, какую-то фразу добавить. А там нет в тексте, где муж работает. Понятно, что, но можно это еще раз повторить. Там есть в одном месте. Но он служил в военно-медицинском ведомстве. Вот, просто этот момент как-то еще раз донести до зрителя, потому что, грубо говоря, с первого раза у меня это пролетело в голове, то есть как бы между извилинами проскочило. Ну, то есть это как посильнее акцент на это сделать. Может, это же не так сложно добавить что-то в текст, просто еще раз эту фразу. Ну, просто чтобы было понятно, что она пришла в банк, в то время как он был в военном ведомстве, что это совершенно вообще не связано с организацией. А в третьей части очень нравится, ну вот, кстати, вот со шляпой, может быть, и двояко, то есть она как бы эффект, да, добавляет, но свет закрывает, получается, лицо очень темное становится. И мимика начинает теряться немножко, то есть, ну, большая поля. Но это опять такой момент, то есть... Светооператор. Ну, то есть... Вообще свет, конечно, ну, следовало свет. Получается, что как бы... Свет надо было поставить. Эффект большой, но она закрывает лицо. То есть просто вот когда была предыдущая репетиция, когда был такой парик, лицо было открыто, это было, ну, выразительнее, что ли. Мимика лучше играла, глаза лучше выразительнее. Еще момент, вот, когда сидите, получается, у вас очень сильный сектор друг на друга направлен. Вот получается, что в сцене развернуться не получается. Ну, зрители, вот это полусектор, как-то с этим поработать. Получается... Вроде надо и глаза в глаза посмотреть, но при этом получается, как посмотреть в глаза, при этом, чтобы зрителя смотреть. Но я сам не знаю, как это сделать. То есть это довольно сложно. А так, в общем, все. Хотя мне на репетиции были некоторые моменты лучше, чем сейчас. У вас как-то, ну, под настроение то сходится, то не сходится. То есть каждый раз по-своему. Спасибо. Понятно, это же спектакль живой. Особенно вот эта последняя фраза, я согласен, мне кажется, она самая сложная, чтобы ее еще... Первый раз она была самая удачная, почему-то потом, вот, два раза подряд. Я согласен, хуже получилось. Ну да. Спектакль будет хуже. Но опять же, тут такая ситуация, что первый раз я ее не слышал, то есть когда уже слышал, то есть ты уже ждешь
Нельзя, что она будет какая-то необычная, она, ну, уже... В общем, нужно еще своего зрителя привлечь. Меня зовут Майя, мне в целом очень понравилось. Очень понравилась мимика, как ребята отыгрывали. И у Сережи, и у Лены в некоторых местах прям вообще было здорово. Вот в последнее произведение мне понравилось больше всех. И да, там Лена, она минимум говорит, у нее прям настолько выразительное лицо все вот это время. Это просто смотреть интересно, наблюдать со всеми. Ну, по поводу, да, я думаю, критики уже много что сказано. Единственное, что мне кажется, первое произведение немножко затянуто. Вот, вот это перечисление, оно как бы уже все понятно становится намного быстрее, как бы сама канва. Кажется, что его чуть-чуть хорошо было бы сократить. Текст. А мне кажется, наоборот, первое произведение очень короткое. Он, мне кажется, наоборот, надо удлинить. Ну, как ты его растянуть? Может быть, его можно удлинить текстом тогда. Именно вот сам текст. Это не к Чехову претензия. Мы играли длиннее его. Бумаги можно? Просто я его играл, и я понял, что он в плане текста. Ну вот когда документы подаются, чистую бумагу, а... Ну, мы же про это-то мы знаем. Не, ну она белая была просто. Имеется в виду, что если бы она была бы желтая, старая. Было... Там прямо лампа над бумагами, ну, поэтому она акцентируется, выделяется. По-моему, ну, просто половина была бы более старая бумага. Сейчас меньше было, да, Тёма? А мне все равно показалось, что чуть-чуть меньше. Я согласен, я вас поддержу, да. Меня зовут Женя, все очень понравилось, все, ну, молодцы, и Сергей молодец, и Леночка молодец. Мне показалось, что первое произведение очень как-то вот про диакона очень сокращенное. Мне хотелось бы его немножко как-то растянуть, чтобы оно было более, ну, или торопились вы, ребят, но как-то вот спешили, да, торопились, но... Мне очень понравилась госпожа Щукина. Вот, браво, прям, я прям вообще прям в восторге от госпожи Щукиной. Шикарно, замечательно, мне очень понравилось. Госпожа Щукина замечательно получилась, на мой взгляд. Спасибо большое. Спасибо. Может, ты маме ручкой? Только звук не пишет. Слышно меня? Как слышно? Раз, раз. Меня зовут Наталья. Мне очень понравилось. Третий отрывок очень понравился. И героиня, я считаю, действительно в нее можно влюбиться. И эта шляпа, я бы ее не убирала. Вот, весь этот антураж. Это придает особую пикантность, такой особый образ. И мимика героини. В общем, они шикарно, ребята оба, конечно, сыграли. Вот, я бы еще бы пересмотрела, то раз пять, наверное, пересматривала. Но это, наверное, потому что третье произведение такое, ну, более экспрессивное, поэтому не то, что как бы они хуже играют в тех, а вот именно по содержанию оно такое интересное. И костюм у героини я бы оставила бы, и шляпу тем более тоже. Не знаю, больше нечего сказать. Я просто в этом деле сейчас не искушенный, поэтому не могу ничего критиковать. Вот, если бы я была какой-нибудь актрисой, может быть, видела бы какие-то минусы, а так ничего не заметила. Спасибо. Ну, в общем, я хотел бы сказать спасибо ребятам, потому что такие вот непростые времена вокруг, да, и... Как-то так спектакли все у нас отменились, все-таки что-то мы поставили, и ребята, как целый спектакль, даже для меня неожиданностью было, так они что-то готовили, и просто молодцы. Вот, ну, в основном все сказали, мне кажется, третий, да, такой он более прикольный, и костюмы более яркие, и сюжет более злободневный, наверное. Вот, все хорошо, да. А Паша, спасибо за физическую поддержку. Да, ну, всегда, пожалуйста. Сегодня была у вас первый раз. Мне понравилось ваше выступление. Ну, первое понравилось, потому что я в этой сфере сама бываю каждый день. Поэтому я его очень понимаю. А последнее
нет, мне понравилось, да. Со шляпкой это просто бомба. Оставляйте. Актуальность последнего, это когда она ушла. Я думала, она ушла навсегда. Типа, я замуж не пойду. Но в итоге получилось прикольно. Спасибо. Так, меня зовут Настя. Жаль, что я первый рассказ не посмотрела. Очень надеялась, что хотя бы в записи его увижу. Ну, остальные два понравились. Особенно третий. Хотя госпожа Щукина тоже великолепна. Да. Ну, а в третьем рассказе оба великолепны. Ну, единственный, может быть, минус, что где-то Елена в третьем рассказе, она отворачивалась где-то от зрителя в какие-то моменты. Ну, это такой небольшой недочетик, а так вообще и костюмы великолепны, и все. Вот, здорово, что сыграли все-таки спектакль. Очень рада и благодарна. Спасибо. Меня зовут Сергей. Я раньше приходил сюда. Отцом Яковом и Марой давно уже знаком, собственно. Касаемо произведения, ну, технически я ничего сказать не могу, никаких нареканий. Я просто в этом деле не специалист. Но чисто внешне мне понравилось все. Но вот на самом деле, вот выше обозначенные комментарии, вот касаемо того, что я вот тоже не услышал какие-то моменты, вот в начале имена перечисления. Там, за упокой, за здравие. Немножко я подумал, может быть, проблема во мне. Оказывается, такие комментарии уже были, значит, не во мне. Вот. Ну, надеюсь. Я почему-то думал, что первый, второй, третий, они какие-то последовательные будут. То есть одни и те же персонажи, и думал, какая-то есть логическая цепь. Оказывается, это совсем разная история. Было интересно. А вот когда третья часть началась, я почему-то подумал, что будет лишь монолог вот Сергея, да? Мне кажется, он вначале говорил, а вот Елена молчала. Я подумал, она бы все это молчать, всю сценку. Было бы, наверное, интересно. Она могла бы все съесть. Да. Мне еще понравилось, как кушайте. Ну, так смешно, забавно. Да. Я вообще не понимаю, как вы там играете. Там так акрационно пахнет. Кто-то просто еще голодный пришел. Сюда. Там, наверное, желание поесть было. Да. Вот. А ну, касаемо со шляпкой, вот можем резиночку нацепить, да, я думаю? Ну, если сложно. Или там есть резиночка, да? А, есть. Вот, ну, прикольно. Вот как сказал режиссер, да, сделать какой-то такой козырной штукой, мне было, кажется, было интересно. Вот. Так в целом. Все прекрасно. Спасибо большое вам. Да, спасибо, здорово, что... меня зовут Яков. Здорово, что у нас, при том, что вот все как-то загнулось сейчас из-за этих всех пандемий, тем не менее, все-таки вот что-то получилось, и, по-моему, очень даже неплохо, вот, честно, мое впечатление, как зрителя. Я как бы, наверное, рассчитывал на меньшее. Поэтому молодцы, и это радует, что, тем не менее, несмотря на все, был, ну, неполноценный спектакль, но все-таки на треть спектакля точно тянет, и можно вывозить будет, когда откроется граница, вот и в тюрьму, и куда угодно, вот, и можно продолжать что-то такое делать. Я искренне смеялся на этих всех рассказах. Ого, да. Причем, ну вот, я смеялся больше всего, честно говоря, даже на первом, не знаю, хотя я его наизусть не знаю, сколько сам играл,
эту роль. И иногда как раз мне было досадно, чтобы мне казалось, что-то пропускается. Но, в принципе, может, оно не так уж пострадало от этого. Но действительно смешно, вот реально. И, в общем, и другие рассказы тоже. Ведь это же рассказы все, это же не пьесы, то есть это дополнительная сложность инсценировать, сделать, чтобы получилось это смотреть можно было. Вот. А самому тоже захотелось в чем-то опять поучаствовать в каком-нибудь еще рассказе. Не знаю, только вот меня все смущает, что священнослужитель в таких рассказах. Я знаю, может, это нормально, как думаете? Вы к слову не следите? Я с удовольствием посмотрела. Еще может, священнослужитель не может таких рассказов участвовать? Что? Священнослужитель не может таких рассказов участвовать? Но на это есть разные всякие взгляды. Есть те, кто считают, что вообще нельзя. Главное, самому понять. Ничего. Нет, если вы будете внутри, если вы для себя внутри ответите на этот вопрос, то вас не должно волновать, как в каждом окружающем. А, может, это смотря так до известного предела. Смотря кто скажет, и что скажет, и что последует. Я бы хотел... Нет, я не знаю, если вы внутри для себя решите, что вам это нужно, то вам это будет нужно, несмотря на то, что кто чего... Несмотря на то, что запретят в служении. Нет, но на самом деле я посмотрел сегодня, и как-то нет такого, что нельзя, какое-то отторжение. Так что вот тоже хочется. Ну, потому что у нас все еще и застряло, а я уже вообще давно не играл. Ну, есть это «Святой ночью». Да, но это же Валерий Николаевич сказал, другие уже рассказы. А если сделать антракт, а потом уже серьезные показать, может быть, так? Но правда, мы опять тогда попадаем туда, где мы уже наставили такое. Если еще добавлять вот какие-то спектакли, то можно на других актеров ставить между вашими, чтобы переодеваться. Да, это переодеваться. А пусть тренируется на разогреве. Не знаю, сложно быстро. Это как-то жестко. У нас же был такой спектакль, который состоял из рассказов Чехова. Помимо вот, вот этого первого с записками, там было еще, ну скажем, 7 рассказов, я не помню сколько. Изначально я играл из них в половине, потом заболел один мальчик, и причем накануне спектакля я играл во всех. Ты еще в теме играл. Я как-то потренировался так переодеваться, что получалось очень быстро. Там ведь можно всякие фишки придумать. Ну как бы изучить эту одежду и подумать, а как ее снять, так, чтобы вообще там за 5 секунд. Ну обувь долго получается, я так поняла. Самая долгая обувь. А обувь не менее. А обувь не нужна, да. Первый там уже цель. Только обувь. Да, обувь, это быстро не получится. Да, ничего не сделаешь. Если только специально разработать обувь. Можно, кстати, кнопку зажимать, как бы элемент человека. Пришел, разулся, там часть. Кто бы мог подумать, что у актера проблемы с переодеванием, может быть, не с исполнением роли, а с переодеванием. Ну, если надо быстро, то это уже, так сказать, на роль. Я бы тоже исполнение роли. Вот. Ну, а так очень здорово, и ну, как-то все так выстроено, и какие-то реакции, так продумано, смысл. Валерий Николаевич, большое спасибо. Касательно вот, текста, действительно, ну вот мне лично хотелось просто громче вот, Лены местами. Что касается четкости, мне не показалось, что не четко и быстро. Вот мне не хватило, именно казалось, что если вот зал будет большой, то есть много людей, то уже будет очень плохо слышно. То есть именно динамика. Это из таких минусов, может. Шляпа, по-моему, очень тоже. А, свет. А свет, между прочим, надо было поставить вот эти фонари. И в стол прям прожектор влупить, чтобы отражало. Да. Паш, ты их не ставил? Я даже вообще команды не было, я не делал. Ну, понятно. Ну, в следующий раз. Конечно, да. Театральный свет будет включить.
принципе, хорошо было, да. Выровнялось. Спасибо. Меня зовут Влад. Я, увы, на первый спектакль опоздал, но увидел последующие два, из которых мне очень понравился второй. Это госпожа Щукина. Это вообще, я очень смеялся, вот этот именно рычаг воздействия. Беззащитное существо, мне кажется, тут в кавычках. Потому что оно выставляет себя беззащитным, в итоге так давит на всех. Третий спектакль, который со Свахой, он тоже мне понравился. Шляпу оставляем, не разрешаю. Мне это понравилось. Вот, в общем-то, по звуку и громкости у меня претензий нет, я все прекрасно слышал. В общем-то, мне кажется, больше тут сказать нечего. Просто молодой еще лучше хорошо работает. В какой-то части зала? Где-то вот здесь. Здесь бог. А, так просто звук как раз в ту сторону и был. Не, ну я тоже сидел в этой, мне было тихо. Ну, не то, что я не понимал, что кричать, я просто как бы экстраполировал на ситуацию полного зала. Я понимал, что будет уже не хватать. Микрофон будет. Не, микрофон это не дело. Да, все? Да, все. Спасибо. Игорь, да? Скажешь, что нет? А, он не был на спектакле. Не успели, да? Ну, фидбэк по фидбэку тогда. Понятно. Ну вы как раз к нам, я так понимаю, с целью поучаствовать в дальнейшем, да? Сами исполнители что-то хотят сказать? Нет. Нет? А вам понравилось все играть в этом спектакле? Вам сами понравилось, да, ощущаете? Мы это сделали или нет? Нет. Почему не защищен? Вообще, можно я тоже скажу? Не столько как оператор, мне вообще очень понравилось. Да? У нас есть телевизионная особенность. Мы действительно, там, когда два человека сидят в камере, же такая же плоскость, как в театре, и все время мучаешься, как запечатлеть двух говорящих. Все время кто-нибудь, если лицом повернется, то второй вообще спиной поворачивается, потому что диалог живой, он прямой, а диалог на камеру или в зал, он всегда в три четверти. Вы как бы, да-да-да, здравствуйте. А на камере камера все это слепливает, и ощущение возникает, как будто бы вы между собой говорили. Хотя вот носы сюда. Все время, да-да, и так, та-та-та-та-та-та. Вот эта вот переключка все время, она незаметна для зрителя. Но она создает ощущение поворота в зал. То есть мы как бы раскрываем мизансцену, как бы широкоугольником, выворачивая его вот туда. И от этого начинает и звук выходить в зал. И звук еще гасится тремя вещами. Портьерами, которые просто демпфируют. И плюс постановка голоса. Мы можем говорить, просто говорить. А можем подавать голос. И можем, не увеличивая сильно громкости, направление его менять. Чуть-чуть форсируя его, как бы вот туда, раскрывая глотку, гортань. Вот от этого получается добавление. И потом в этой позиции, как бы ниже, опустились от груди, начали выдавать его. И можно говорить шепотом, а шепот летит туда, в зал, далеко. Вот эти вот, или далеко. На высоких тонах то же самое. Но это позиция горловая. И даже вот главное говорить не горлом, а вот именно опускать сюда и включать резонанс. Это такие вот мои наши штучки. Над этим нужно работать. Да, да, да. Мы над этим не работаем в процессе репетиции. Ой, вообще спектакль великолепный. Особенно когда я репетицию снимал, ну это просто нечто. Мне так понравилось. А все, диалог здесь вот. Она варится прямо. Ну потом посмотрите на камере. Супер. Да, и мне тоже хочется посмотреть. На эпидесии все. Скажи что-нибудь, Сереж. А я хочу сказать спасибо
Антон Павлович Чехов, который все это сделал, написал. Можно еще раз? Без брака позвольте. Я хочу сказать большое спасибо Антону Павловичу Чехову, который все это написал, которую я пользовался большим удовольствием, когда читал его рассказы, и читаю, и когда репетировали эти рассказы. Они бесконечны, их можно еще вкуснее играть, еще сочнее. Они бесконечны. Хотелось бы еще действительно что-нибудь поставить из Чехова и продолжить репетировать. Спасибо большое. Спасибо. Ну, наверное, я тогда скажу пару слов, тоже как руководитель нашей студии. Не знаю, будет мне мешать кто-то один человек. Уже не будет. Понял, мама, понял. Она все понесла. Мне очень понравилось вообще такое начинание. Это, ну, и Сережа, как всегда, такой пробивающий мои какие-то тоже сомнения и прочие всякие вещи и трудности. А и Лена, которая просто вот выбрала эти рассказы, вот, с этим пришла, и вот как на вашем таком энтузиазме как-то получилось. Я очень вам благодарна, очень рада, действительно достали удовольствие. Честно говоря, я не очень верила, что получится что-то путное. Вот были у меня сомнения. После нашего... Не верите в снятку вам в нас. Нет, вас верим. Просто, ну, есть некоторые как бы, опасения, там, вот, после наших репетиций в Зуме, там, общения, когда там я что-то там в начале самой репетиции что-то какие-то подавала, там, идеи, да, там, что-то комментировала. И смотришь, а в следующий раз все то же самое. Или там другие какие-то ошибки. Ну, в общем, как бы ничего не менялось, казалось, такое было ощущение. Вот, но в конце концов преодолели многое. Хотя именно что касается каких-то таких вот именно оценок, вот оценок, еще пока не очень получается, да, и у обоих. У Сережи меньше получается, у Лены больше получается с оценками. Ну, я уж так именно говорю, то, что вот для вас, да, очень здорово, очень вот этот замечательный последний рассказ. Совершенно просто сказочный какой-то получился образ, причем получился он внезапно, мне кажется. То есть вначале как-то был другой образ несколько, да, вот когда мы в Зуме репетировали. Ну, понятно, что это было начало пути. Ну, просто убийственно. Я согласна. Репетиции делать. Нет, просто очень-очень много добавил вот этот костюм, шляпка, образ потрясающий получился. И именно, вот я не знаю, все ли это увидели и почувствовали, вот эту пошлость ужасную, как бы, вот этой женщины. А то, что, как бы, я тоже это не сразу увидела. Вот Лена это так показала, что какие-то вещи подспудные, такой второй, третий план вылез наружу. Это очень здорово. Вот это большое как мастерство, вот это вывести. И даже вот именно за счет пластики, за счет костюма, за счет того, как она сидела, как она ела. Ну, это просто большая победа такая, Леночка, я прям вот за это очень... Спасибо. За этот образ хвалю. Вот. Единственное, что надо еще научиться вот есть одновременно и оценку давать, да, потому что вот как бы технически, да, чисто все, вроде как бы все туда, но он если говорит о своих чувствах, да, а она вроде не знает, что делать, то ли есть, то ли обмахивается, то ли есть, то ли обмахивается. И она технически как бы то одно делает неуверенно, то другое начинает делать неуверенно. А это как бы не профессионально, да? А вот профессионально как оно? Как оно может быть просто? Профессионально, ну как может быть? То есть это человек слушает, взял, положил в рот и оценил, да, например, у него кусок застрял. Как вот это делает, или там выпил, это вот как делает Раневская. Я все время к этому образу Раневскую вспоминаю, потому что это должно быть не менее остро. Вот на мой взгляд, по моим ощущениям, да, здесь вот такого рода идет юмор. Во всех рассказах это может быть, да, но особенно вот в последнем, особенно и у Щукиной тоже, и у Мерчуткиной, как бы вот это вот идет туда. Вот последний вот этот рассказ, он прямо вот Раневская там
просто всплывает. Но не конкретно какие-то приемы ее даже, а вот в принципе вот этот, как бы, так сказать, уровень услуг, вот если понятен такой язык, да, то есть туда, кстати, вот эта замечательная находка, как она пошла уходить, это здорово было. Но вот как она вернулась, не очень убедительно уже бы слово сказала, да, но вот, говорят, на репетиции было лучше. Понятно. Нет, то есть, оно у меня просто не получилось, я не это. Просто какие-то вещи, ну вот, вот эти оценки, да? Леночка, тоже вот оценки по поводу вот, когда она ест, да, не просто куда-то обмахивается или куда-то ест просто что-то, а этот каждый кусок, это каждый раз оценка. Каждый кусок надо съесть как-то определенно, соответственно словам, да, то есть это надо соединить все в уме. Вот как бы ни одного не должно быть по-хорошему, да, пустого какого-то, просто так вот что-то съел, да, а вот все должно давать оценку словам, подчеркивать что-то или смазывать наоборот, то есть любое действие на сцене, оно идет либо в параллель, либо в перпендикуляр словам. И это обязательно надо давать как точно, да, вот эти все вещи отслеживать. Про Сережу у меня много очень в этом плане претензий, Сереж, да, как к костюмам и пластике, да, ты как бы старался, вот от первого отличался тебе, да, второй и третий, да, это здорово, что как бы они все разные, да, это очень молодцы, что вы старались настроить, но гораздо острее можно, гораздо, и ты можешь, главное, делать, как ты делал это в цирке Пикассо, как бы придумать форму острую, не просто как вот обычный ты, Сережа, да, а вот острую, он тоже пошлый, вот ты как бы не совсем с ней на уровне, да, вот как он готовит, как он ей вот это уже предвкушает ожидание, тут надо не перед зрителем танцевать, да, я понимаю, что она как бы задержалась там передевать, но что можно сделать, что можно сделать, вот человек, актер задержался, ты можешь начать есть это, во-первых, да, тоже начать есть с оценкой. Начать есть уже думая о том, что сейчас будет. Потом как пойти за ней, да? Очень важно, как ты ее встретишь. Ты ей просто сыришь фразы. Ты ей просто, с ней просто ей говоришь текст. А вот как ты говоришь этот текст? Там прям вот я сейчас увидела, что у Чехова это есть. У него рождается текст в процессе от нее. То есть она просто ест. А у него от того, что она просто ест, не реагирует на него слова. У него рождаются все новые и новые приспособления. То есть он как бы... А вот это вот, да, то есть как бы у него все время вот что-то еще рождается не, как бы не из-за того, что он заготовил текст заранее, как у тебя, да, там, и как он мог бы по бумажке там его прочесть, а это рождается в процессе, это очень интересно, там это прям заложено, вот сейчас кто в тексте кто углядел. А вот, ну и зайцев этих оценить тоже, вот я же говорю, что он нечестный человек, он... Нельзя сказать, что он такой честный, замечательный. Он там, Зайцев, он берет деньги. Да, извините меня, это взятки он берет. То есть он не штраф берет, а взятки. Там вот эти свечной заводик, да, тоже. А про свечи забыли сегодня, да? Угу. Вот, или просто... А да. Что это за... Это надо разобраться, что это за свечной заводик. Это, наверное, тоже... ты сегодня не сказал, я, наверное, правильно, потому что никто не понял. Все равно, я вот слышал на репетиции, ты сказал, свечи и зайцы. А что это за свечи-то? Стеариновые. Нет, а как он с них деньги имеет? Вот видишь, ты даже не рисовал. А ты бы разобрался бы. Интересно все. Может, он их продает, может, да, быть, налево. Может быть, ему, есть, да, он едет там, трамвай, в комнату, и ему выдается там на месяц 100 свечей, чтобы освещать, значит, этот трамвай. А он, значит, разряжает так вот, как при коронавирусе, ставит там. Я, к сожалению, даже... Два раза в месяц свечей, а остальные продаю. Не увидел, что... не нашел про кондуктора. Нет. Ну, даже если не нашел, можно домыслить, вот придумать, что там. Использовались ли свечи в этих вот... Если использовались, то сразу понятно. Это же очень интересная тема. Лен, да, вот эта вот пошлая женщина, да, получилось, что она содержательница притона, но мы в тексте это не услышали, к сожалению. Почему? Это я услышал. Но это было проскочило немножко. Вот по... Ну, как бы этого... Недостаточно еще акцентировать. А можно добавлю просто момент это к Сергею, когда как по холостяцкой части, да, по холостяцкой. Мне кажется, что это должно его немножко ошарашить, потом посидеть, как вот так вот. Ну, оценка, да, оценка. Подумать, может быть, даже и захотеть позвать эту гречанку, да. Потом
Нет. Ставить себе кричатку. Сереж, вот это будет то, что надо. Да, то есть вот нет. Ну, то есть, и уже уверена, что это. Отлично. Вот отлично, я сейчас тебя подбил на вооружение. А потом такой. Бери на вооружение палец. Да, учимся хорошим. Не, ну если это есть, тексте, как? Нам же нет задачи все сгладить. Наоборот, все обострить. Да. Острый вывод, поверь, вперед. Да, вот как бы образы, все, то же самое, вот что можно добавить, но еще обострить, да, и вот оценки эти очень важны. Какие-то вещи проскальзывают. Вот, кстати, у Щукиной, да, тоже вот это очень хороший рассказ, он интересный, Лена замечательный образ создает, да. Вот у него образ не очень понятен, кто он вообще, какой он, то ли он председатель банка, то ли он какой-то клерк, служащий. Вот может, это, водички как поставить бы, в нем на нет, стол, кстати, да? Если он директор, это одно, если он клерк, это другое. Да? То есть как бы разные манеры поведения, разные какой-то стиль тоже, и речи, и во всем. И опять же нет оценки вот словам, да? Что вот она тебе что-то вписывает, а ты как бы спокойно это все говоришь. Да, да, да. Отвечаешь спокойно очень. Она же ему сует то, что ему совершенно не надо вообще. Да, то есть, ну, надо же оценить ее степень безумия, да, тоже. И много раз оценить, то есть все время оценивать, каждый раз все больше и больше он узнает о ней, да, информацию. То есть вот партнерство, да, вот я хочу просто сейчас плавно перейти к упражнениям. А, давайте тогда. Зрители, может. Ну, если кто хочет уйти, да, можно уйти, вот, на этой замечательной ноте. А остальным я предлагаю просто поучаствовать в таком, ну, особенно это касается тех, кто хочет в студии поучаствовать в дальнейшем, да, как бы участвуйте активно. А, сейчас мы такое, мы уже начали как бы новый цикл упражнений по моему мастеру Петру Глебовичу Попову. Он такой дает очень краткий небольшой курс по как бы русской школе, именно по Станиславскому, но такой сильно-сильно сокращенный, где выбрано все самое только нужное, все самое главное, что вот помогает именно общаться с партнером на сцене, приобретать вот это импровизационное творческое такое самочувствие, вот как раз оценку вот эту давать. То есть в чем основная вообще проблема человека на сцене? В том, что он уже заранее знает, что сделает его партнер. В том, что он заранее знает уже текст. Как бы очень трудно это воспринимать и показывать как что-то новое. А тут как бы вот все делается для того, чтобы это заново воспринять как что-то совершенно неожиданное, но интересное. Вот, собственно, для этого такие занятия и мы ведем. К сожалению, сейчас довольно редко получается, но тут то дети болеют, то там еще какие-то проблемы, меня видите, как вот люди. Ну, как-то, тем не менее, мы начали это дело, и мне кажется, очень плодотворно. Очень хороший такой цикл, я убеждаюсь, что он работает, и всем очень советую ходить, кто, значит, к театру имеет какой-то или хочет иметь отношение. Вот, а сейчас мы попробуем такое упражнение. Называется оно интервью. Это, собственно, такое партнерство. Тоже оно делает людей, как бы, одних зрителями, других актерами. Да, ребят, кто отплывает, тот отплывает. Мы с Владом тоже. Вы уходите, да? Да, да, да. Точно, Лен? Да, да. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо. Всем давайте тоже останутся те, кто сейчас. Спасибо вам, дорогие друзья, дорогие зрители наши. Ждем вас еще на наших спектаклях. Всего доброго. Так, Сергей, Лена.